Всем привет! С вами Юля. Сегодня 2 сентября. Поздравляю вас с началом осени и также поздравляю с началом учебного года. У нас по-прежнему очень жарко и сейчас такая очень тяжелая атмосфера, стоит высокая влажность. Периодически идут дожди, вроде бы как бы должно было быть получше, попрохладнее, но тем не менее вот эти дожди, они почему-то с собой принесли много вот этой влажности, плюс высокая температура, очень тяжелая атмосфера, мы ждем немножечко какого-то похолодания, оно, конечно же, будет, упадет температура, вот, но все равно пока еще вот нам жарко и нам пока тяжело. Ну, с другой стороны, кому-то возможность еще поездить на море, покупаться, понаслаждаться. Поэтому, как говорится, у природы нет плохой погоды. Нужно просто приспосабливаться. Итак, сегодня хочу подвести итоги за август месяц. Знаете, вот последнее время как-то наш рукодельный YouTube немножко оживился. Девочки выложили много интересных видео. Я, знаете, вот просматривая видео, как-то, знаете, немножко встрепенулась, оживилась, знаете, прям даже вот жить захотелось, такое вдохновение шло вот именно от этих видео, и, наверное, поэтому у меня немножко процессы пошли пошустрее, как-то я, знаете, немножечко приободрилась. Вот, и сегодня хочу показать вам мои итоги за август. Вроде бы все тут собирала, надеюсь, что ничего не забуду. Вот, хочу начать, конечно же, с самого главного, а это финиш. У меня есть финиш, такой серьезный, давно у меня не было больших работ готовых, у меня все как-то маленькие, средние работки, ну, какие-то такие, вот, знаете, более промежуточные. А большие работы, они у меня вышиваются, меняются, есть ротация, продвигаются, но как бы финиша давно не было. И я, знаете, вот у меня ВКонтакте я привыкла, там уже много лет веду вот эти мои альбомы по итогам за год. И я периодически открываю свой этот альбом и считаю, просматриваю, какие у меня там итоги уже за этот год, что вот я еще могу сделать, как могу улучшить результаты этого года. Вот, ну, я думаю, что мне удастся все-таки еще что-то сделать из больших работ, но это будет, наверное, в другом видео, постараюсь сегодня поснимать. Раз у меня выдался такой свободный день, вот, меня, конечно, сегодня ждет генеральная уборка, но я буду перерывами, потому что, конечно, тяжело целый день мне все просто убирать, перебирать. У нас наша постоянная проблема – это пыль, которая закрадывается во все полки, ну, во все полки, в книжные полки, куда она еще может закрасться, но все равно пыли много, поэтому с ней, конечно, тяжело бороться. Постоянное мытье окон, хотя бы раз в две недели, причем у меня балконные везде, у меня квартира угловая, балконы, двери по кругу, везде много всего мыть. Ну, в общем, ладно, немножко вам рассказала моментов из жизни, но мы переходим именно к вышивке, видео о вышивке, здесь все у нас о вышивке. Итак, ангельская мелодия, Dimensions, раритетный набор. Это рождественская серия, нам указывает на это вот этот веночек вот здесь вверху у Dimensions. Номер набора 8708, размер 28 на 38 сантиметров, вышивка на Аиде 18 каунта. Ну и вот такой вот, в общем, дизайн. Я его в этом году искала, нашла, купила и начала его вышивать. Даже вам сейчас скажу дату, подсмотрю. 5 февраля. Вот, и он у меня потихоньку вышивался. В принципе, здесь дизайн несложный, вышивки немного, поэтому как бы я, в общем-то, наверное, растягивала удовольствие. Я знала, что я в любом случае в этом году закончу. Вот, ну, так как я его потихоньку шила, и в отпуске шила, и в дороге я этого ангела шила, все-таки у меня все получилось. Перед вами находится полностью готовая работа. Последний этап, завершающий, был для меня непростым, потому что я вот здесь в крыле сделала ошибку, перепутала цвета. Ну, мне так показалось, вот сейчас смотрю, вроде бы как бы, ну, не знаю, на тот момент я посмотрела, мне показалось, что я перепутала цвета, я вообще запуталась в этих двух цветах, они очень близко похожи по цвету. Я был вышит вот такой большой кусок, все-все распустила,
с этими нитками разобралась, разделила эти два цвета, два бленда, не бленда, а два цвета, и все заново вышила. Конечно же, потом бэкстич, вот такой вот он, знаете, ну, сложноватый, потому что, в принципе, здесь как бы как один цвет, да, но тяжело его различать глазу. Если это когда проводится контур у какого-то элемента, то там все понятно. А здесь нужно было просто считать вот крестики, да, и это, конечно же, было сложно сделать. Ну, можно все сделать, да, просто кропотливая такая работа. Ну, вот такое вот у меня получилось крыло. Я старалась, я делала все по схеме. Может быть, где-то что-то у меня какие-то, может быть, штрихи немножко как-то сдвинулись, но в целом как бы все у меня все хорошо. Вот, давайте я вам покажу какие-то детали. Да, конечно же, это самое-самое интересное. Ну, самое интересное здесь это лицо ангела. И лицо у ангела здесь очень хорошо проработано. Я думаю, те, кто вышивает Dimension, знают, какие обычно краснолицые, такие пятнистые получаются люди. Ну, вот здесь очень хорошая проработка. Личико такое, знаете, миленькое, спокойное. Бэкстича здесь немного в лице. Ну, тоже такой был, знаете, как сказать, ну, такой хитренький там бэкстич в одну ниточку, в две, в три, таким цветом всяким, вот, чтобы передать именно черты лица. Ну, получилось все, конечно, очень супер. Мне нравится. Вот, декольте. Дальше здесь что? Вот отделка шла в платье, декольте. Здесь такие французские узелки. Просто бэкстичем вышивается вот этот ворот. Несложно, в общем-то. Ну, здесь вот платье обшивалось. Несложно, да, вот видите. Ну, все как классно получается, все как нарисовано. Очень хорошая проработка. Мандолина, вот так называется этот музыкальный инструмент. Здесь что? Здесь тоже ничего особо сложного. Ой, я смотрю, может, я пропустила здесь где-то бэкстич? Надо будет проверить. Да вроде нет. Вроде все так и должно быть. Да, нужно всегда еще раз перепроверять. Ну вот смотрела, смотрела, вроде бы я все сделала, ничего не пропустила. Ну ладно, еще раз проверю. Почему-то мне какие-то вот с близкого расстояния через камеру какие-то мне сомнения закрались. Вот, мандолина. Вышивается по краю бэкстичем, ниточкой в цвет, как бы здесь несложно. И металликом делается выкладная нить струны. Тоже ничего сложного, очень реалистично получается. Так, чуть-чуть подальше покажу. Смотрите, классно как. Очень-очень люблю этого ангела уже. А дальше, что здесь? Лента. Она здесь вот так вот разбросана по всей работе. Лента вышивается легко по крестикам. И есть в ленте, используется и бэкстич, и выкладная нить. Но это все по ходу делалось, как бы здесь несложно. Вот. Много не зашитого, видите? И несмотря на то, что как бы я вышивала на иди, конечно, может быть, и можно было равномерку, но вот здесь вот в данной работе я думаю, что это не сыграло какой-то решающей роли. Очень хорошо смотрится и на аиде. Мне, в общем-то, достаточно все здесь нравится, просто супер, как смотрится. Ну, скорее всего, на аиде, на равномерке было бы нежнее. Ну, я не жалею, в общем-то. И так, смотрите, кто может найдет, будет заменять. Знаете, я, когда купила этот набор, он мне не просто достался, поиски, покупка, все, как знаете, честно скажу, жаба меня заела, менять еще на равномерку. Вот в чем еще вопрос. Эти равномерки дорогие тоже, их пока купишь, пока не доедут. Вот, давайте я вам покажу еще платье. Платье вышивалось очень легко, приятно, знаете, вот, ну, что тут сказать, приятно вышивалось, легко и приятно. Даже не знаю подобрать, какие слова, поэтому, наверное, повторяюсь. Вот, бэкстич здесь тоже несложный. Единственное, что у меня здесь где-то было смещение, я тут что-то начудила на клеточку. Вот, и мне пришлось вот здесь вот потом все это выравнивать. И немножко пошло не по схеме, пришлось где-то дошивать узор самостоятельно. Ну, как вы видите, все смотрится очень
гармонично, и не какие-то детали не выбиваются. Вот здесь просто где-то у меня было на клеточку смещение, но я все это, так сказать, подкорректировала. Вот ножки. Вот очень мне нравился вот этот орнамент вышивать. Бленд здесь, желтая нитка с металликом. Кстати, вот эта желтая нитка, она у меня постоянно перетиралась. Я и на пополам резала, чтобы покороче было, все равно она перетиралась. Может, это металлика, не знаю чего. В общем, я с ней намучилась. И из-за этой нитки очень много металлика пришлось выбросить, потому что а вот она порвалась, эта нитка. Я смотрю, где могу, подрезаю, ну, чтобы еще дальше ей дошить. И потом остаются какие-то кусочки металлика, вот такие вот, да, отрезки. Ну что, я их собирала, собирала, потом выбросила, потому что, ну, куда их девать? Вот, а так, конечно, было бы еще экономнее. Нитки, кстати, все остались, но чуть-чуть попозже о нитках. Вот. Если бы не вот эта вот желтая нитка рыхлая и красная какая-то была рыхлая, но ей не так много вышивалось, поэтому как-то нет таких проблем. А вот желтая, да, желтой много здесь, и она и в крыльях везде была, и она везде перетиралась. Ну вот так раритеты. Хотя набор, ну, в принципе, был очень, ну, вот, как новый. Но тем не менее, видите, здесь так попалось, что здесь была вот эта нитка, которая очень плохо себя вела. Никто не знает, где, как эти, как наборы хранятся до того, как попасть к тому или иному человеку, вообще что происходит. Ну, вот так вот бывает, случается. Да. Так, схемка у меня здесь. Вот, все, остатки, ключ. А что по ниткам? А, нитки я сначала держала вам показать, а потом думаю, ну, там показывать-то нечего, в эти остатки ниток нет какого-то смысла там что-то вам показывать. Все осталось, несмотря на то, что перетирались, рвались, выбрасывала много. Вот, вообще старалась, конечно, каждый кусочек дошивать, но тем не менее ниток все хватило. На иглах много осталось, много выбросила, даже не стала перебирать. Вот. И хочу показать вам, есть у меня вот такая коробочка, где я храню нитки Dimensions, но не все. Те, которые остаются, знаете, на таких, на старых планшетках, какие-то кусочки, я их стараюсь перематывать. А если где на новых планшетках, я храню прямо с планшетками. Я не срезаю их, оттуда не убираю. И, может быть, сегодня-завтра начну перебирать свой рукодельный уголок и заодно вам покажу, что у меня с нитками. Ну, может быть, вместе проведем время за уборкой. Это тоже такое приятное дело, заглянуть к соседке-рукодельнице, как там у нее чего хранится и что есть. Вот, в общем, такие вот у меня здесь ниточки, такое хранение, просто картонное кольцо внутри. Вот здесь тоже какие-то остатки, видите, я прям вот так вот их складываю, где-то что-то срезала, какие-то вот остаточки, и ничего не раскладывала, прям вот так тоже в серединке лежат. Ну а здесь все по номерам у меня, здесь все подписано, видите. Вот, и она уже у меня полная-полная, уже сюда не помещается. Нужно будет еще одну делать такую коробочку, есть у меня. Жестяных коробочек у меня так много, что, знаете, сначала от жадности я их собирала, собирала, таскала, таскала. А теперь уже, знаете, надо выбросить, а рука не поднимается. Нужно мне какой-то склад и какую-то комнату рукодельную. Что, куда деваться? Столько всего понатаскала, что, конечно, моя вышивка начинает уже захватывать наше жилое пространство. Пока, конечно, мы как-то умещаемся, но тем не менее уже становится нам как-то тесновато. Вот, и в общем, этого ангела я завершила, себе в листик отметила. Сейчас я вам покажу мой список, с которым я работаю, тружусь, труженица, рукодельница. Итак, вот он список, который был на 1 января у меня составлен, прям вот на начало года. Это вот все старички, я вам уже показывала. Вот старички, у меня тут 4 только завершилось из старичков. Да, только 4. А это все новенькие. В этом году я уже поначинала, видите? Вроде бы сама себя уговариваю, не надо начинать, но тем не менее все равно начинаю. И еще буду начинать, деваться некуда. Вот, значит, Dimensions, ангельская мелодия, начался 5 февраля, завершился 21 августа. Вот мой списочек. И этих ангелов я подсмотрела у Марины Марининой, я вам уже рассказывала.
Большое ей спасибо, не устану благодарить за вот такое открытие, потому что я не знала, что у Dimensions есть вот эти все ангелы, они такие красивые. И у Марины полная коллекция, а у меня половинчатая коллекция. Я себе выбрала несколько ангелочков, которых я хочу вышить. Они меня вот впечатлили, заинтересовали, я их хочу вышивать. Но это на пока, там кто его знает, что с нами будет происходить, да, с рукодельницами, как меняются наши пристрастия. Вот, и это второй. Первого я вышивала в начале этого года. Он у меня завершился. Это ангел элегантности. Немножко помялась основа, потому что вот она у меня была в рулоне. Да, и тоже вот этот ангел, он потрясающий, просто великолепный. И вот здесь мне девочки писали: Юр, меняй на равномерку, а меня вот тоже жаба зажала, и я не поменяла, надо было. Вот здесь вот надо было поменять на равномерку, было бы, конечно, просто супер. Нужно было бы найти какую-нибудь плотненькую основу. Мурана это у нас что, 32-й, не подходит, здесь 18, 36-й какой-то каунт нужен, чтобы ее не увеличивать в размере, потому что они все ангелы примерно должны быть одного размера. Вот, видите? Кажется, эта основа просто больше, но вот так вот если приложить, то он, этот ангел, как раз вот получается такого же примерно размера. Немножко места не хватает вам показать моих ангелов. Вот так, видите? Вот, красивые просто очень. Ну, вот этот ангел, он вообще роскошный, потому что здесь очень интересное убранство, различные бусины, выкладные нити, какие-то вот крученные вот эти ниточки, которые я первый раз такие крутила, где несколько цветов использовалось. Вот, это все очень интересно. Конечно, вот этот ангел мне вообще очень нравится. Я влюбилась в вот эту зеленую шубку пушистую, такую настоящую. И вышел этого ангелочка. Ну ничего, что на Иде тоже смотрится симпатично, тоже хорошо, если оформится, все будет нормально. Ну, конечно, сюда вот бы да, нужно было бы равномерку. Ну, классные ангелочки. Ух, у меня уже два моих ангелочка вышитых. И покажу, что у меня еще в планах куплено. Куплено два набора. Есть еще схемы, которые у меня есть, и я их комплектую. Сейчас я вам принесу наборчики. Так, наборчики. Вот. Очень долго думала, нужен мне этот ангел или нет. Знаете, вот так бывает, когда есть набор в продаже, вот думаешь, ну, может быть, и не очень-то нужен. А вот если он исчезает, тогда он становится очень нужен. И я подумала, а зачем я жду вот этого момента, когда он исчезнет, и я буду биться в истерике. И пока была такая возможность, я его нашла и купила. Это старый набор, но это не Gold коллекция, как бы обычный. Но тем не менее, посмотрите, ну какая здесь красота. Я бы даже сказала, что это прям вот как и Gold коллекция. Здесь тоже очень красивая юбка, богатая, интересное убранство. Ангел тоже такой симпатичный, миленький. Видите, тут с этими, ой, как они, голуби, с голубями. Вот, ну тоже рождественский, да, яркая, красная. Нитки нужно будет стирать обязательно, потому что я, конечно, работы не стирала. Я вам сразу говорю, я чисто аккуратно вышивала, я не стирала, потому что красный цвет, все это линяет. Наборы старые, нужно быть очень осторожным. Но здесь, наверное, перед вышивкой нужно будет постирать нитки. Вот они, нитки, посмотрите, какой шикарный. Это у ниток ДМС 666 цвет, красный-красный. Вот здесь зеленый цвет. Ой, такое сочетание просто. Вообще умопомрачительное сочетание вот этих цветов. Вот. И вот такая вот здесь Аида желтенькая. Но я буду ее менять, эту Аиду, на равномерку. Здесь обязательно поменяю. А, нужно будет только найти мне какую-то основу сюда правильную. Желтенькую. Можно будет и на белую заменить. В общем, посмотрим. Нужна сюда 36-й каунт равномерки. Нужно будет найти какую-то плотную нейлон. А, наверное, вот что-то какое-то смесовую. Не знаю, надо подумать. Это у меня один. Хотелось бы в этом году, но в этом году, скорее всего, может быть, начну. Может быть, только начну. А вышивать уже буду в следующем, потому что в этом году мне нужно много довышивать.
Вот. И еще вот такой у меня есть набор, тоже никогда его не видела, но когда увидела, думаю, блин, мне он же тоже очень сильно нужен. Он такой красивый, здесь очень интересный орнамент. Вот. Узоры такие тоже здесь, голуби, надпись. Вот такой вот ангел. Какая красота. Видите? Потрясающе. Потрясающе, вот. Ну, это тоже старый-старый. Он здесь, сумочки здесь. Вот такая комплектация. Но здесь менять на равномерку нет смысла, потому что почти полная зашивка. Совсем чуть-чуть в центре не зашивается, поэтому буду вышивать все на родном. И здесь много ниток, видите, сколько здесь пучков, я не знаю. Вот раз видно, два видно, может, три пучка, наверное, три, четыре. Раз, два, три, четыре пучка ниток. Много, синий какой красивый. Ну, в общем, тоже такой очень интересный будет у меня процесс. Вот. Потихоньку. И есть две схемы. Не буду уже вам показывать схему, потому что я их еще не укомплектовала. Вот еще мне есть, нравится парочку сапожков с ангелами от Dimensions на эту тему. Может быть, я парочку носочков потом сделаю. Ну, постепенно. Пока вот я в этом году два ангела сделала, и это уже большой большой плюс, большой праздник, что я смогла все-таки выполнить вот такую классную работу. Вот, много времени уделила я ангелу, а на этом все, переходим к следующим моим процессам. Есть и еще один финиш, маленький, но тем не менее работа выполнилась за один день. Сейчас смотрю по списку, 15 августа я начала и 15 и сразу и закончила. Ну, это мелхил, маленькие работы, они вышиваются, готовятся очень-очень быстро, вот эти магнитики. Ну, кстати, опять же, он у меня не оформлен. Мне нужно собраться силами, выделить один день клеевой, собрать все вот такие вот работы, которые нужно подклеить и все это сделать, потому что, знаете, вот, ну, на это нужно настроиться, чтобы достать клей, разложиться, все это склеить, собрать. Вот, а так, когда в течение недели пришел с работы и куча домашних дел, а потом сел чуть-чуть повышивал, конечно, это не получается. Выходные тоже чем-то всегда занят. Вот. Ну, тем не менее, работа готова. Мелхилки – это очень приятная, вкусная и интересная работа. Они, конечно, быстро выполняются. Ну, такие вот конфетки-отвлекалочки. Мне очень понравилось. Я ее хочу сделать магнитом и подцепить на магните на гординку в комнате. У меня белые такие картинки тоненькие, прямо туда на магнитик, и пусть там птичка это сидит. Зимняя, да, получается. Да, зимняя такая птичка. Какой-то снегирек, воробушек симпатичный. Вот, мелхил готов. И идем дальше. Так, идем дальше. А дальше у меня процесс. Это процесс, который я вышиваю в нашем СП «Рукодельный урожай». Кстати, у нас остался один месяц, сентябрь, до 1 октября у нас продлен СП, поэтому мы сейчас да, вышиваем, да, собираем наши финиши, сделаем розыгрыш, у нас интересные подарки, вот, подведем итоги и все. Поэтому, девочки, кто у кого еще хвостики, давайте, давайте, подтягивайтесь. Вот, у нас очень дружная компания, очень у нас уютная СП и уютная группа. Если кто-то еще не знает, ссылка в инфобоксе, переходите, группа «Вышиваем вместе». Ну и ссылки есть и на моей личной странице ВКонтакте, там тоже сразу можно перейти и посмотреть работу девочек, и в группу к нам записаться, тоже с нами общаться. Вот, и я в этом СП вышиваю наборы панна из моей серии «Стихии». Воду вышила, и вот сейчас занимаюсь землей. Размеры у этих работ у всех стандартные. 32,5 на 32,5 сантиметров, 180 на 180 крестиков, 27 цветов. Все здесь по набору. Нитки гамма, основа 14 каунт гамма. Ну, в общем, вот. По идее, это должны быть подушки, но я не знаю, что это будет у меня. Подушка, либо картина.
Давно их вышиваю, поэтому сколько вышиваю, столько все думаю, и постоянно мнения меняются, потому что то посмотришь на стены, места мало, с другой стороны, оформить в картину это будет шикарно, подушки, у меня тоже подушек уже много накопилось, поэтому постоянная дилемма. Вот. Но, тем не менее, очень люблю эти дизайны. Процесс легкий, приятный, интересный, увлекательный. Мне здесь нравится, вот сейчас пошли такие рыже-зеленые оттенки, очень сочные, аппетитные, как раз осенние немножко, да, потому что яблочки вот тут вышиваются. Тут вот будет тоже какая-то такая радуга, там что-то красные, желтые, синие цвета. Ну и, как вы видите, у меня осталось-то уже совсем немного, тут буквально сомкнуть круг внутренний, внешний и заполнить. Конечно, по крестикам здесь я не знаю даже сколько, может, тысяч 5-7, но в течение месяца это очень возможно выполнить. Можно, конечно, и быстрее, но я не буду прям себя торопить, потому что у меня сейчас проснулась какая-то любовь к моим другим процессам. Сейчас мы все это посмотрим. Вот, поэтому сейчас мои мысли, в общем-то, совсем другим заняты. Но, тем не менее, этот дизайн я, конечно же, довышиваю. Как вы видите, я сразу по ходу вышиваю бэкстич, вот где есть возможность. Шью то слева, то справа. Вот на этих выходных, наверное, поставлю вот здесь кюснапы и займусь вот внутренним и внешним кругом, буду совмещать. Посмотрю, может, побольше кюснапы возьму вот так как-то и начну работать над совмещением круга, да, но немножко поближе покажу. Вот владычица в таком капюшоне, как бы, да, смотрит на яблочки, рыженькая такая симпатичная красавица, очень такая красивая, яркая работа, несложная, 14К, он быстро вышивается, знаете, это такое работа в удовольствие. Удовольствие, удовольствие. Вот. Шикарная. Шикарная работа. Ну, в общем, здесь особо мне говорить нечего. Я вам ее показала, так сказать, отчиталась. И идем теперь посмотрим еще и другие процессы. Так, еще один ангел от Dimensions, но не крестиковый, а гладевый. Давно мечтала я повышивать что-то гладью. Знаете, новое всегда чего-то боишься приступать. Вот. А здесь меня так впечатлил этот дизайн. Редкий, знаете, и просто как-то мне повезло его купить. Увидела, сразу его схватила. Вот, долго ждала. Ну, пришел ко мне этот набор, и я прям так с таким рвением приступила, думаю, все, сейчас прям на одном дыхании вышью. Ну да, как бы не так. У меня все начинается на одном дыхании, но потом все должно отлежаться обязательно, иначе ж никак. Вот, все хранится здесь, нитки у меня разобраны на планшетке, схема там схематичная. В общем, давайте покажу, наверное, схему. Может, кому-то будет интересно, как выглядит гладевая схема. Ну, вот, к примеру, кусочек, да, схемы. Мы видим какой-то участок. Есть здесь номер. Мы смотрим на номер и на букву. Считаем, какой-то должен быть стежок. Вот они у нас стежки, да. Вот так. Вот они стежки здесь расписаны. Здесь номера цветов. Конечно, нужно все крутить, смотреть. Здесь вот тоже области подписаны, что как вышиваются. И вот нужно будет совмещать. Смотрим, к примеру, сейчас вышиваю. А вот сплит стич, извините, сплит стич, переворачиваем, вот тут еще схема, и смотрим, где этот сплит стич. Вот так вот он вышивается, вот так наслаивается. Вот, пожалуйста, видите, все есть, несложно, идешь по схеме, потихонечку заполняешь, все написано, инструкция понятная. Конечно, вот такие вот интересные здесь детали. Вот. Ну, потихонечку я приступила, отложился этот у меня дизайн, долго лежал, потом я про него вспомнила, вернулась, у меня был выше только низ, вернулась и приступила вышивать. Думаю, ну да, я попробую саму гладь, потому что я здесь застряла на золоте, здесь с этим
ну, как косичку нужно крутить, забыла, как называется, стежок, а металликом это не так-то просто, тем более очень глаза устают от блеска. Я вот тут крутила его, крутила, и как-то, знаете, захотелось мне отложить работу, и работа долго лежала у меня в сторонке. Уже потом из рамы сняла, и вот недавно поставила на Q-Snap, легко, удобно, практично, и приступила. Здесь уже шерстью вышивается. Шерсть здесь вот такая толстенькая ниточка, потолще, чем у Риолис известная нитка. Вот она. Поэтому покрытие идет большое, плотное, быстро вышивается в связи с этим. Вот, ну и потихоньку, видите, я вышиваю. Вот сейчас тут дошью что-то, что у меня есть здесь доступно, вот эти зеленые оттенки. Дальше мне нужно будет выполнить вот здесь. Я еще не смотрела, либо шерстью, либо мулине вышивается. Кстати, здесь две нитки используются, и мулине, и шерсть. Вот, и будет еще идти детали, и кромка тоже будет вышиваться. Я уже посмотрела, как несложно. Тут это нужно будет доделать, вот этот элемент. Ну, дальше я посмотрю, куда пойду. Можно вот, вот здесь еще повышивать, там, светильник. Ну, то, что будет доступно. Потом нужно будет переставлять, конечно же, кюснапы. Ну, процесс мне сейчас очень нравится. И, конечно же, по идее, нужно его завершить в этом году. Не знаю, но буду очень стараться. Буду стараться, конечно. Знаете, самое главное, вдохновение сейчас, оно ко мне вот как-то так вернулось. И мне прям хочется чего-то новенького начать. И много всего хочется начать. Но я себя сдерживаю. Сдерживаю, пооткрывала свои начатыши. У меня много интересных начатышей. И, знаете, тоже как что-то заново начала. В общем, ну, у меня сейчас со мной что-то такое творится. И покупать хочется, начинать хочется. Это бывает. Называется наваждение рукодельницы. Поэтому это нужно пережить. А потом опять я буду вышивать несколько работ. Да, ну еще так поближе. Ну, мне кажется, у меня получается. Вот так. Особенно сдалека это очень красиво смотрится. Насыщенно, прям так натурально. Красиво. Красивый фон, печать хорошая. Супер. Ну, вот такой у меня еще есть процесс. Дальше еще один процесс, который я вышиваю. Ну, пока только по 1000 крестиков в месяц. Это дизайн Александры Шабашевой, разработанный по иллюстрациям. Ой, забыла, я вам подпишу, как художник, этот имя художника. Вот, разработанные есть дизайны по фильму «Гарри Поттера». Тоже вставлю картинку, потому что картинки в наличии нет. Картинку того, что вышиваю. Это у меня дизайн называется «Фистралы». Дизайн разработан как бы как газетная такая листовка, как первая страница газеты, да. Там много этих дизайнов было. Выбрала «Фистралы», потому что они были, была готова уже схема, а другие были еще там что-то недоделано. Были другие готовы, но вот из готовых мне вот это понравилось. Она, конечно, сложная. Я знала, что я буду стонать, я буду, как говорится, причитать, что вот все одно синее, однообразное, непонятное, я вот устаю. Но нужно немножко потерпеть, да, но все равно процесс-то идет, синее пятно разрастается. Мне осталось дошить справа чуть-чуть, и я выйду на ту область, где можно будет вышивать уже бэкстич. Здесь очень много бэкстича, там и слова нужно писать, и надписи бэкстичем, в общем, много-много-много. Вот, поэтому я жду этого момента, чтобы зацепиться за какой-то угол, и уже можно было бы вышивать этот бэкстич, чтобы, ну, как не прерываться, да, там вышел чуть-чуть и прервался, поэтому я решила дойти уже до какого-то логического участка. Вот, на пяльцах вышиваю, вот так вот хранится у меня процесс в этой сумке. Там, в принципе, нитки, немного ниток и вот. И вышиваю по саге. Поэтому, в принципе, организация простая. Беру 1000 крестиков, делаю и откладываю, да. Вот, но это до того момента, я так думаю, пока я дойду до бэкстича, там будет полегче, поинтереснее, уже что-то будет проясняться. Поэтому, ну, пока вот такой у меня процесс вот.
Кстати, не сказала, что этот СП устроила брутальная вышивальщица. Он идет в Телеграме. Я оставлю тоже все ссылки в инфобоксе. СП идет по мультивселенным. Там разная тематика. У меня мультивселенная Гарри Поттера, поэтому дизайн и сюжет из Гарри Поттера. Вот. Ну, если вам интересно, вы можете присоединиться, зайти, почитать, посмотреть, что да как. У Кристины там все подробно написано. Видео есть, ссылки все я оставлю. Так, идем дальше. Я думаю, многие помнят, что у меня есть вот такой вот еще начатыш. Когда начала? По-моему, даже в прошлом году я начала. Я даже не помню. Купила, была такая волна, Стони Крик. Многие вышивали. Мне тоже захотелось попробовать, что это такое, этот Стони Крик. Купила вот эту схемку. Ну, это все мое. Птички, цветочки. Тут, ну, посмотрите, сколько много птичек. Какая она веселенькая. Эта схемка. Вот, я так посмотрела, вода вроде бы небольшая, простая, думаю, отдыхалочка, прям вот все просто. Юля купила эту схему, и когда получила и открыла, и посмотрела на ключ, у меня, конечно, был немножко шок. Можно сказать, это многоцветочка здесь. 70 цветов, да, что-то около того, 70 с копейками, может быть, я уже точно не помню, но очень много. И, конечно, собрать такой дизайн, это не просто равномерка. Ну ладно, равномерка у меня была, нашлась кусок этой основы. Вот, и собрать нитки. Хорошо, что у меня есть в основном как вся палитра. Да? А так, если купить 70 цветов, плюс основу, плюс схему, это очень дорогой получается комплект. Половина многоцветки полноценной по стоимости. Ну ладно, нитки все равно как бы есть у меня, собрался у меня этот комплект, я приступила, что-то начала вышивать, как обычно, что-то где-то я, ну, как-то не очень у меня пошло, и я все это отложила долго, и долго не могла приступить, вроде бы брала в руки, смотрела, крутила, ну, как-то вот, знаете, вот оно не идет и все. Вот хоть ты что, стараешься, пробуешь, нет настроения на вышивку. А это вот у меня случилось вот это вдохновение. Я взяла, сначала у меня была организация на рамке, рамка тяжелая, как-то неудобно было. Потом я думаю, ну дай-ка что-то я другое попробую как-то организовать этот процесс. И вспомнила, что у меня есть вот эти вот пяльцы от Нур. Они же легкие. Я померила, как раз работа сюда зашла. Думаю, ну попробую, повышиваю немножечко, хотя бы хоть чуть-чуть. А схемка здесь, знаете, вот у меня копия, она такая миленькая, такая, знаете, вот этих значков много, цветов же много, и поэтому смотришь, и в глазах все это мельтешит. Вот, ну я взяла и стала потихоньку вышивать. Думаю, ну хоть пару ниточек вышью. И процесс пошел. Знаете, вот прямо на удивление. Одну ниточку, вторую, думаю, третью, четвертую. И у меня было вышито вот так. Чуть-чуть было здесь вышито, начало буквально вот так где-то было вышито. И я вот так ниточку за ниточкой, и процесс у меня пошел. Посмотрите, как красиво получается. Прям на таком вдохновении, с таким запалом у меня все это здесь вышивалось. И немножко был здесь облом, вышивала, и мне не хватило одного цвета. Я не знаю, то ли я не докупила, то ли я его в какой-то процесс уже утащила и не смогла найти, где он. 580-й. В общем, мне пришлось ехать за одной ниткой. Был соблазн еще что-то купить, думаю, нет, Юля, домой. Одну нитку взяла и вперед. Ну, прикупила все равно какой-то фурнитуры по швейному, но небольшие затраты. В общем, вот у меня она вышивалась, и мне прям, знаете, так интересно и радостно, что у меня есть прирост в этой работе. Ну, хотелось бы надеяться, что в следующем году к весне вышить и уже как-то оформить в прикладную. Не в картину хочу, а именно в прикладную, что-нибудь придумаю. Она, в общем-то, большая будет работа, она узкая, но длинная. Вот, не знаю, что я с ней сделаю. В общем, видите, здесь баннер предлагается, можно и баннер сделать, тоже, конечно, прикольно. Ну, посмотрим, главное вышить. Я сейчас вот здесь нахожусь, как вы видите, мне предстоит, конечно, еще
Большая работа, тут много мне всего нужно вышивать. И бэксич, и по крестикам. Ну да, такая непростая работа, честно вам скажу, непростая. Вот. Но самое главное, что процесс пошел. Вот. И идем дальше, смотрим дальше мои процессы. Я так уже разогналась. Процессы, процессы. Один процесс у меня остался вам показать. Это из стареньких моих начатышей, но тоже нужно как бы уделить ему время и показать, рассказать, что да как. Начала, по-моему, год или два назад, просто сделала какой-то маленький старт, вот, и долго работа лежала. В этом году я потихоньку начинаю брать этот процесс в работу, да. На самом деле тут, видите, у меня 15% всего лишь, сейчас я вам открою, это Mirabilia MD24, MD24, ой, да, рождественское украшение. Она мне давно нравится, это старый дизайн, так, бликует, старый дизайн, давно-давно мне нравится вот эта разработка, очень красивая здесь девушка, положение именно ее рук, украшения, она держит какое-то богатство, да, вот эти ветки в руках, там разные бусины, бисер, ну, в общем, очень красивая работа. Так, бликует, показываю вам с планшета. Ну, я думаю, что многие знают этот дизайн. Вот, ну, и я сейчас на самом начальном этапе, тут буквально юбку вышиваю, и, кстати, вышивается очень легко. Эта красавица. Здесь такие крупные пятна зашиваются. Ниток много. И креник есть, и Rainbow Gallery. Я все это купила. Милхил. Все это у меня есть. Отдельно лежит. Ниток, видите, сколько много. Тоже в коробочке. Все есть. Еле-еле помещаются. Ну, нужно, главное, теперь навышивать. Основа здесь не по ключу. У меня был вот этот лен. Такой вот, знаете, он какой-то бирюзовый, необыкновенный. И я все думала, что же мне вышить на этом льне. Его просто купила, потому что мне понравился цвет, он такой необычный. Вот, думаю, что же мне на нем вышить. И когда я увидела эту мирабильку, я думаю, что будет хорошо. Он сходный немножко цвет с тем, что нужно по ключу, чуть-чуть как-то чем-то похожи. Вот, но я увидела, что на этом льне будет хорошо. Вот. Конечно, там каунт поменьше, здесь у меня покрупнее, она будет огромная, но зато будет большая, красивая такая работа, шикарная. Здесь отрез, по-моему, 50 на 70 классический. На большие киснапы я одела. Ну, видите, тут он подвернут, этот отрез. Вот. Вот. И, ну, тут у меня самое-самое начало, что я тут вышила. За один вечер всего повышивала. Вышила буквально тут какой-то такой вот кусочек небольшой, что-то здесь вышло. Ну, главное, есть какое-то начало, какой-то старт. Я буду потихонечку когда-никогда брать и наращивать здесь какие-то крестики. Скорее всего, это будет либо уже процесс именно на зиму, либо на следующий год. С января я возьму более так серьезно, потому что в этом году у меня есть работы, которые я обязательно должна с ними позаниматься, ну, хорошо. Какие-то довести до финиша, какие-то, может, хорошо продвинуть. Скорее всего, это будет в следующем видео. Я вам покажу какие-то мои планы, наметки, что я думаю. Вот. Ну, а здесь вот такая вот история. Чуть-чуть продвинулась работа, и опять же, и то хорошо, как говорится, да? И еще из итогов, не знала, как пристроиться, потому что, сами понимаете, бликуют всегда работы. Хочу показать вам вот эту икону вышитую, не я вышивала, это мне подарили, но здесь были пропущены где-то крестики, я подобрала нитки, все это доделала, так сказать. Ну и чтобы работа не лежала, не пылилась, я сразу отнесла ее на оформление. Оформление здесь, ну, немножко, наверное, необычная, да, может быть, для икон, но мне так предложили, мне понравилось. Красное паспарто для, так сказать, яркости немножко подчеркнуть. И вот такой багет, он, как это сказать, как это называется, как какими-то разводами. Ну, несложный такой по структуре, простой багет, но мне кажется, он сюда хорошо подошел. В нем есть вот эти переливы.
так, чтобы не бликовать. Вот такие вот есть разводы, переливы, просто красное паспорто. Ну, мне кажется, получилось хорошо. Вот, там есть крючочек с обратной стороны. Повешу, и все, работа теперь уже, так сказать, оформлена и займет место в доме с другими иконами. Вот такие у меня новости. Ну что, вот такие мои итоги, мои новости за август месяц. Есть у меня и финиши, есть продвижение. В общем, месяц был достаточно насыщенным, продуктивным. И хочется надеяться, чтобы, конечно, и сентябрь тоже меня порадовал хорошими итогами. Но я надеюсь, вас я порадовала своими какими-то успехами, немножко передала вам вот этой вот искорки вдохновения. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.